Выучить английский невозможно. Перестаньте это делать. Все. Попались? Я знаю, что вы попались. Сейчас объясню. Я знаю, что вы знакомы с концепцией того, что выучить иностранный язык, выучить полностью, это невозможно сделать. Естественно, вы это знаете, я это прекрасно понимаю, но вы должны понимать, что это не должно быть, это высказывание, эта концепция, эта идея не должно являться отговоркой или чем-то таким, что мешает вам заниматься английским языком и достигать ваших целей. И поэтому вот это вот высказывание «английский выучить невозможно» — это очень-очень опасная мысль, очень опасная, потому что мы, как правило, это human nature, да, мы любим использовать такие большие глобальные мысли, чтобы, как отговорку, что-то не делать. Например, несколько лет назад, когда я задался вопросом произношения в английском языке и хотел убрать свой акцент и разговаривать прям как американец, как носитель языка на английском языке, очень многие люди, почти все, все мне сказали, что это сделать невозможно. Что ты не сможешь говорить без акцента на английском языке, если ты там не родился, если ты там не вырос, если ты не американец. В общем, для тебя это просто невозможно сделать. И мне просто повезло, что я больной на голову, и что я решил все равно попытаться это сделать. И на тот момент не было никакой информации в интернете, ничего такого, и... мне приходилось разбираться с этим всем самому. Вот эти вот все вещи, чему я вас учу, куда ставить язык, что, как, какую форму делать губы, как открывать рот, это все из моих личных наблюдений, которые я сделал сам в 2011 или даже 2012 году. Да, в 2011-2012 году, абсолютно верно. И после этого это уже дело привычки. Вы знаете, что нужно губы сделать так, и вы... создаете для себя эту привычку каждый раз делать губы так на этом звуке, и потом вы перестаете об этом думать вообще. И это то, что мне сказали когда-то, было невозможно. Поэтому, возможно ли выучить английский язык? Я говорю, да, возможно. Опять-таки, зависит от того, что для вас значит выучить, да? Выучить язык полностью, конечно же, невозможно. Конечно, да. Но что вы хотите делать с этим языком? Какая у вас цель? В рамках вашей цели выучить английский возможно. Ваша цель поддерживать любой разговор, болтать о чем угодно без проблем и уверенно – это возможно. Ваша цель понимать песни, фильмы, сериалы, книги, статьи – возможно. Ваша цель работать на работе в вашей международной компании, где вы общаетесь с партнерами, клиентами, бла-бла-бла, на английском языке – возможно. Вы должны рассматривать это через призму вашей цели. Что вы хотите делать с этим английским языком? Выучить английский язык для чего? Кому он нужен? Правильно? Если он вам нужен, то для чего он вам нужен? Что вы будете делать, если вы еще не можете себе поставить цели, вы не можете понять, что вы хотите, то есть такое небольшое упражнение для вас, чтобы вы поняли. Закройте глаза сейчас и представьте, что завтра, вот просто так вот получилось, вы просыпаетесь, и ваш английский идеальный. Все, больше вам ничего учить не нужно. Просто волшебство такое, волшебное заклинание. Завтра вы проснетесь, и все. Больше ничего вам учить не нужно будет. Английский язык будет у вас идеальный. Все. Что вы будете делать? Первая вещь, которую вы сделаете. Вторая вещь, которую вы сделаете. Что вы будете делать с этим новым уровнем английского языка? Какие действия вы будете предпринимать на неделю, на месяц, на год? Что вы будете с этим делать? И, как правило, через вот эти вот размышления вы сможете понять, чего вы хотите и для чего вам это вообще нужно. Это первый фактор. Через призму ваших целей. Всем привет, очень срочно, это Веня из будущего, видите, у меня другая прическа, все по-другому, потому что я из будущего. 8 числа, что уже завтра, распродажа, 50% скидка на все заканчивается. Такой большой скидки у нас еще никогда не было за всю просто историю нашего существования. Все наши самые топовые курсы, марафоны, интенсивы со скидкой 50% до 8 сентября. Поэтому успевайте, я приложу ссылку в описании. Фактор номер 2. Сама натура английского языка, английский язык как язык по себе, он относительно легкий. То, что делает его сложным, это
естественно, сравнение его с вашим родным языком, на котором вы говорите уже и так идеально, потому что вы с ним родились и на нем выросли. Если отдаленно сравнить, допустим, русский язык и английский язык намного-намного легче, да. И я прямое доказательство этому. Немножко о себе. Вы, в принципе, знаете меня. Если вы не знаете меня, то, может быть, вы чуть лучше узнаете меня сейчас. Я говорю на английском языке, может быть, 95% своего дня, да. Русский язык для меня это очень, очень мало. У меня очень мало практики русского языка, хоть русский язык мой родной язык, я родился, вырос в России, переехал в Америку 10 лет назад, и, ну, я до этого уже учил английский, специально готовился к переезду и к своей новой жизни. Да, практики русского языка у меня очень-очень мало в моей жизни, она имеется, но ее очень-очень мало. Поэтому за неделю в среднем я 95% живу своей жизнью на английском языке и 5% на русском языке. Почему этот язык, на котором я вырос и родился, мой родной язык, почему он для меня становится с каждым днем все сложнее и сложнее? Почему я забываю слова? Почему я думаю на английском языке, говорю на русском, перевожу в голове, из-за этого у меня получаются странные предложения и высказывания? Почему? Потому что отдаленно два языка, а абсолютно объективно, если мы берем русский и английский, английский легче. И эта мысль должна вам дать, ну, хоть какую-то дозу, какой-то элемент комфорта. Поэтому это номер два. Номер три. Английский язык выучить невозможно, если вы постоянно наказываете себя и постоянно слишком строго к себе относитесь по отношению к вашему английскому языку. Если у вас есть такой mindset, такой склад ума и такое мышление в плане того, что все, что я буду говорить на английском языке, будет на 100% идеально и грамматически верно. Если я не уверен, то я буду молчать. Если вы думаете так, то, конечно, да, английский вам будет выучить невозможно, вы никогда этого не сделаете. Если вы сдерживаете себя и хотите вот показать, вот создать какую-то видимость того, что вы грамотный человек, если вы до сих пор думаете, что ваш уровень владения английским языком каким-то образом вообще комментирует или показывает уровень вашего интеллекта, то вы никогда не выучите английский язык. Да, это невозможно, вы правы, это видео можно выключать. Ну да, само слово «невозможно» — это слово, которое останавливает вас в очень-очень многих смыслах. Если вы боитесь допустить ошибку, во-первых, это нерационально. Это нерационально вообще, потому что что случится? Я разрешаю вам бояться допускать ошибку в английском языке только при условии, что если вы допустите ошибку, то наша планета взорвется. Или знаете, как в аниме Death Note, Тетрадь Смерти, если вы одну ошибку допустили, один человек на этой планете умирает от сердечного приступа, просто падает. Тогда я вам разрешаю, у вас есть разрешение. Иначе, ну, это нерациональный страх. Потому что, опять-таки, ваш уровень английского языка никаким образом не показывает уровень вашего интеллекта. Потому что английский язык — это не академическая деятельность, это не наука, это не физика, это не математика, это искусство. Английский, рисовать, танцевать и петь — это одно и то же. Английский, математика, физика, химия — нет, это абсолютно разные вещи. И если вы, да, выучили TikTok-танец очень быстро, и вы сделали это, и у вас очень хорошо получается это делать, а у меня проблемы, и я не могу это сделать, как вы, что это значит, что я тупой? Я не думаю, что кто-нибудь скажет: о, тупой. Если мы с вами играем в футбол, и вы хорошо играете в футбол, а я не так хорошо, что тупой? Я не думаю так. У нас просто разный уровень этого умения. И если вы допустили ошибку в английском языке, а я, допустим, не допустил, это не значит, что я умнее, это не значит, что я лучше. Опять-таки, это даже не особо значит, что у нас разный уровень умения, потому что если мы играем в футбол, и я играю плохо сегодня, а вы играете хорошо, возможно, у меня плохой день, возможно, я устал, возможно, ну, что-то у меня в голове, возможно, у меня нога болит, ну, есть разные факторы. Но одним из факторов ни в коем случае не является низкий уровень интеллекта или то, что вы, боже мой, тупой. Если для вас это важно и вы в это верите, то тогда да, английский язык выучить невозможно. Если вы плохой переводчик, я очень плохой переводчик. Я говорю на русском языке хорошо, я говорю на английском языке хорошо, но переводить я не умею. Я не умею, очень сложно переводить. И если вы там, ну, я не знаю, там родители там хвастаются своим друзьям, говорят, вот мой сын, моя дочь, да, учит английский язык,
И они говорят, ну что, англичанин, англичанка, скажи что-нибудь. Что сказать? Если вы не можете что-то сказать в этот момент, потому что вам просто нечего сказать, но опять-таки это не значит, что у вас английский язык плохой. Что значит скажи что-нибудь, во-первых? Скажи что-нибудь, что? Что сказать? Что-нибудь? Something. Это одно слово. Поэтому, если вы унесете одну вещь из этого видео, английский язык выучить невозможно, это следующая вещь. Какая разница вообще, возможно это или нет? Вот эти вот дебаты, они не приведут ни к чему, и вот эти размышления о том, возможно или невозможно это сделать, не сделают вашу жизнь лучше, ваш английский лучше, и не помогут вам достичь ваших целей. Все, что вы можете делать, это делать самое лучшее, что вы можете. Просто каждый день делать что-то на пользу вашего английского, даже если это по чуть-чуть. В этом мире есть много вещей, которые мы не можем контролировать, но одну вещь мы контролировать можем. Это мы пришли, и мы сделали, что нам нужно сделать. Поэтому приходите и делайте, что вам надо делать. И английский язык — это не какой-то там, да, главный босс в конце игры, которого вам нужно победить, чтобы пройти игру. Английский язык — это вот этот меч, который у вас есть, чтобы победить этого главного босса и всех остальных, да, это вот это ваше оружие, которому вы постоянно делаете апгрейд в этой видеоигре. Вы level up, доходите до финального босса, все. Поэтому самое главное, выходите из вашей головы. Выходите из вашей головы и делайте, что вам нужно делать. Учите английский, работайте над произношением, учите грамматику, учите новые слова. Перестаньте бояться допускать ошибок. Не наказывайте себя за то, что у вас что-то не получается. Возможно, у вас просто плохой день. Возможно, вы просто плохой переводчик, как я. Возможно, вам сказали «скажи что-нибудь», и у вас в голове пусто, вам нечего сказать. Возможно, вам задали вопрос на английском языке, и вы не можете ответить не потому, что у вас плохой английский, а потому, что вы не знаете ответа. Вам нечего сказать. Английский язык — это язык, на котором мы, люди, мыслим, разговариваем и выражаем себя. Мы, в конце концов, все-таки люди. Мы не чат GPT, мы не Siri и не Google, мы не AI, мы люди. У нас есть хорошие дни, у нас есть плохие дни, у нас есть определенные сферы, о которых мы можем говорить бесконечно, есть определенные темы, о которых мы не можем сказать ничего, потому что мы ничего не знаем, и это окей. Если я прочитаю книгу на английском языке про то, о чем я не знаю ничего, и мне абсолютно неинтересно, конечно же, я ничего не пойму. Это и так понятно. Поэтому мораль этого видео заключается в том, что вам нужно don't be so hard on yourself. Да, не будьте с собой слишком строгими. Go easy on yourself. Don't punish yourself when something goes wrong. You know, it's human, it's fine. Don't have super high expectations. You know, expect something from yourself, but don't let it get crazy, because you will go insane, and you won't learn anything if you go insane. You gotta go through every step, one at a time. Can't skip steps. Making mistakes is a step. Поэтому все, дорогие друзья, вот я, видите, я поленился и последнюю речь сказал полностью на английском языке, потому что мне лень было переводить в голове. Но, ну, вы знаете, you know what it is. Опять, видите, опять я ленюсь. Но спасибо вам большое за просмотр этого видео, дорогие друзья. Как всегда, если вы еще не подписались на канал, подпишитесь. Но, подождите. Если вы хотите посмотреть еще одно очень интересное видео, которое, я уверен, вам наверняка понравится, оно сейчас на экране. Нажимайте и давайте учиться вместе. И этим самым все те, кто говорят, что английский язык выучить невозможно, ну, вы знаете, they can go f*** themselves. Всем большое, с вами Веня Пак. Мы увидимся в следующем видео. До свидания. Peace.